Мейвезер победил Макгрегора техническим нокаутом, да. К сожалению, с опозданием я посмотрел бой, так уж получилось, был в командировке. И сегодня я хочу поговорить насчет избиения Конора Макгрегора в Лас-Вегасе. И окончание в 10-м раунде, и как это все вышло, хочу с вами обсудить этот бой. Знаменитый, наверное, самый дорогой и самый обсуждаемый бой. Итак, это канал Реальная Качалка, давайте поговорим о этом интересном и легендарном бою. В эту субботу, 26 числа августа месяца, в Лас-Вегасе состоялся самый кассовый поединок в истории бокса. Бой между Конором Макгрегором и Флойдом Мейвезером, который продлился 10 раундов, ребят, из 12, да. А то почему-то все думают, что там всего должно быть 10 раундов. Нет, 12 раундов. Значит, ирландец с самого начала поединка набросился с ударами на соперника. Однако уже в 4-м раунде было видно, что Конор начал уставать. И это реально было видно. Если посмотреть с 1 по 4, то это видно очень даже заметно. Заметил это и опытный Мейвезер, который не просто боксер, а действительно именитый боксер, который от раунда к раунду прибавлял в скорости и ударах, что тоже было немаловажно. И если разобрать концовочку, то в окончании поединка в 10-м раунде Мейвезер выдал мощную серию по еле стоявшему на ногах Макгрегору, после чего рефери объявил технический нокаут и завершил бой. Стоит отметить, что Макгрегор заработает за встречу с американцем 30 лямов, да, долларов, а Мейвезер сотку. Вот так вот. Сумму не включают процент из продажи этих всяких ТВ-прав, билетов и сувенирной продукции, которая продавалась не только в самом клубе, где проходил бой. Также хочу отметить, что если вы знаете, не знаете, то в Америке, в других странах все это идет по кабельному телевидению. Эфиры подобного плана, вот как этот был бой, они проплачиваются отдельно, чтобы вы понимали. И там, ну, как билеты в театр. То есть платятся там реальные суммы, и с этого они имеют очень и очень колоссальные барыши, так сказать. Ребятки, еще хочу от себя заметить, что если изначально, как бы у меня было записано видео, но я его не стал вылаживать, я изначально предвидел, что Макгрегор реально проиграет. Потому что Мейвезер, несмотря на его возраст, это реально именитый боксер. Это первое. Второе, бой проходил чисто по боксерским правилам, что тоже немаловажно. А Макгрегор далеко не боксер. И в-третьих, но Макгрегор действительно еще, как сказать, ну, слабенький, да? Но он согласился даже только потому, что какие здесь суммы фигурируют, я же вам специально сказал. Поэтому обзор боя тут не исключал ничего. По-любому оба согласятся, и суммы, как говорится, сыграют свои роли. Как говорится, у каждого есть свой ценник. Ценник этого боя мы уже сейчас озвучили. Итак, это канал Реальная Качалка. Ставим лайки, подписываемся и ждем продолжение данного боя. Жду вашего мнения. Напишите свое мнение насчет этого боя в комментариях. Мне очень интересно было бы услышать ваше мнение, ваш обзор в комментариях. И продолжим дальше данную дискуссию. Это канал Реальная Качалка.